Изучаем свой кошелек. Там могут быть редкие монеты, которые стоят гораздо дороже, чем кажется. Знали ли вы, что существуют монеты, которые представляют гораздо большую ценность, чем кажется на первый взгляд? Например, 1 рубль можно обменять на 30 тысяч рублей, а 5 рублей на 50 или даже 200 тысяч. В чем секрет таких монет? Он заключается в их редкости, что делает их уникальными и особо ценными. Такие редкие монеты коллекционируют нумизматы – люди, которые являются специалистами в области истории и чеканки монет. Также они представляют интерес для частных коллекционеров, и вы вполне можете тоже ими обладать, даже не подозревая об этом. Как же понять, что обычная на первый взгляд монета является редкой? Все зависит от сочетания номинала монеты, года ее изготовления и других особенностей. До 1999 года монеты этого номинала производились настолько большим тиражом, что в денежном обороте их было в избытке. Поэтому в дальнейшем было ограничено их производство, и 5 рублей производились только для сувенирных наборов. Но однажды на монетном аукционе был выявлен новый лот 5 рублей 1999 года. До сих пор было обнаружено только несколько экземпляров этой монеты, и поэтому ее стоимость может составлять сотни тысяч рублей. Также монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей 2002 года. У этих монет нет богатой предыстории, но, тем не менее, они представляют определенную ценность по той причине, что были выпущены в ограниченном количестве в качестве сувениров. И их стоимость варьируется от 10 до 15 тысяч рублей. Монета номиналом 1, 2 и 5 рублей 2003 года. Какое-то время существовало мнение, что такие монеты не существуют в природе, пока Центральный банк не пустил их в оборот. Дело в том, что эти монеты были выпущены Санкт-Петербургским монетным двором в честь 300-летия Санкт-Петербурга в ограниченном количестве. Предполагалось, что они станут сувенирными для именитых гостей России, но по какой-то причине не были подготовлены вовремя и пролежали в денежном хранилище несколько лет. Сейчас эти монеты стоят от 20 до 30 тысяч рублей. Монетный ряд Санкт-Петербургского монетного двора 2011 и 2012 годов, монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей Санкт-Петербургского монетного двора, представляют особую ценность. Ведь в этот период выпускались только памятные экземпляры. Сегодня коллекционеры готовы отдать за них от 150 до 200 тысяч рублей. Так что будьте внимательны с мелочью. 5 рублей 2006 года – это еще одна монета, обнаружив которую, вы сможете существенно разбогатеть. Ее стоимость составляет от 200 тысяч рублей. Однако найти такой ценный экземпляр не так уж и просто. Безусловно, этим перечень ценных российских монет не ограничивается, и если вы хотите испытать удачу, то тщательно проверяйте свой кошелек. Может быть, и у вас завалялась особенно ценная монета.